2015 9127.06.2018 обновлено 27 июня 2018 года 1 113 326 Москва 27 июня РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что позиция Вашингтона по принадлежности Крыма остается неизменной. «Это не является позицией США», — сказал Болтон журналистам, отвечая на вопрос, признает ли президент США Дональд Трамп Крым российским. Подробнее о новостях Крыма на черемия.ре.ру. Решетка Джон Болтон, решетка Дональд Трамп, решетка Крым, решетка США.